6-6,5 дует. Я что-то думал больше. Прикладывай снегом край. Хорошо прикладывай, сейчас улетит. Вот так. Смотри. На. Прикидывай. Да, взлетит, взлетит. Ты дернешь, он взлетит. Хорошо прикладывай снег. Шесть метров в секунду, как-то, блин, до хера ветра, я скажу. Ветер 6-7, на порывах до 9-10. Ну, кайт стоит устойчиво, хорошо. Триммер где-то до половины зажат. Хотя хорошо летит и отпущенным триммером полностью. Немножко очкливо на таком ветру кататься. Покрытие такое хреновастое. Местами лед голый. То лыжи шкреботят по льду. Давай. Здорово. Еще опять луп. Ветер около 8 метров в секунду. Ну, достаточно много для полутораметровой пилотажки ребенка в 60 килограмм. То дергает прилично. Я проверял. Ну давай через зону тяги протяни. С края и резко через зону. Молодец. Через зону тяги. Если ты ноги подожмешь, он тебя подымет на ноги. Только резко через зону тяги. Сыграй резко вправо. Во! Здесь так. Попробуешь еще раз, не? Ну, с колен ты не встанешь. Надо ноги подожать. Поджать ноги вперед и перед собой подожми. И резко.